Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала. Ежедневно здесь мы рассказываем новости о том, что прямо сейчас происходит в мире знаменитостей и звезд. Не забывайте подписываться на наш канал, а мы начинаем новый выпуск. Так грустно приходится поклонникам кинематографа и всем тем, кто искренне и с любовью относится к миру киноискусства. К огромному сожалению, именно из этой сферы и печальной новости в последнее время мы получаем чаще всего один за другим уходят актеры, которых любили миллионы зрителей. И вот сегодня стало известно о том, что прощаться приходится с очень популярной советской и российской актрисой театра и кино Еленой Кулешовой. Весть об этом рассказали в Малом театре, где она служила около 40 лет. Сейчас коллеги приносят глубочайшие соболезнования близким и поклонникам, которые искренне любили артистку. Широким зрителям, конечно же, известно по многочисленным экранным работам. И вот сегодня мы вынуждены с ней проститься. На этом канале каждый день мы говорим о звездах. Не забывайте подписываться и берегите себя.